литра. Сколько лошадей? 147. 147 лошадок. Это расход для какой скорости? Это скорость 180 км в час. До буста был расход 12,5-13 литров. Ну, короче, на 3 литра расход упал. Сейчас мы снизим скорость, у нас камеры. Это у нас шурики. Вот это один, вот это второй. Не знаю, как тут один, второй. В общем, два. Это у нас пока сильвер. Ну, скоро платина будет. Два, как минимум два автобонуса, это точно. В ближайшие там полтора месяца. По-любому. Да, по-любому. Красавинский мост, новая автодорога. Ну как новая, сколько ей лет? Три? Да, наверное, даже лет пять, наверное. Пять уже. Мосту, да. Да, Серега. Алло. А. Алло. Я перезвоню Серега на трассе. Алло. А. Ну, ставьте. Звезды Ютуба, блин. У меня, смотри, за три дня 1000 просмотров. Этих роликов вообще тема, короче, то там. Есть, блин, только эти пороги и дугу, а мосты. Да, все просто, купите, что, говорит, вы болтов, да, не найдете? Да, ездим на бусте, однозначно. Журнала нет?
скорость увеличивается, расход почему-то снижается. Да, здесь отлично. Я педаль так прижимаю, не жму. Но он среди покушай, он что-то умеет. Это Ютал. Я ж нас доктор ждет, на обучение пришел. Все нормально, сейчас будем обучать. Он нас обиделся, вы говорите, что мне ничего не рассказываете, говорит. Сами, говорит, что-то там мутите, ездите, говорит, экономите. У нас такой был рекламный ход. Ну да, на таких людей только так надо действовать. Надо отталкиваться. Чтобы они сами бы клеились там.
моста камеры стоят. Будем соблюдать. На сайт. Гаишникам выдали новые камеры. Что, кстати, гаишники, когда мы подвяжемся? А до этого техосмотр подвязан. На, техосмотр подвязан, да. Там вообще будет реально тема сразу. Там машины приходят пачками. Ну, да, и там что? Надо на него сейчас, давай завтра, а ты когда уезжаешь-то? Давай завтра. Завтра надо подъехать к нему, репортаж сделать, на его же машине замеры сделать до использования буста, дать ему 3 шприца на 300 литров. Он их искатает, нам звонит, мы просто продолжение, и это уже скомпонуем, и потом уже выложим готовый ролик. Ну да, да. И он сам убедится, в принципе, там, и эффект у нас будет. Зарегистрируем его. У него новая машина, ему не надо будет это прочистку делать, у него нормально будет, он пробег 10-15 тысяч где-то на машине. Что за машина? Да, это Chevrolet Kung, по-моему, или как его там, Renault Kung, ну что такое, короче, джипик. Он как раз лобу сгоняет каждый день, потому что свое хозяйство свинок разводит там на каждую зиму. Забирает мяско. Взять у него, короче, маленького поросенка и на вертеле его пожарить. Так давай. Приководство. Да? Ты когда? Скорость? В ноябре. Если я не уеду, я хочу уехать. В Египет. На день рождения. Потом приеду и пожарим. Не, надо сделать, короче. Надо сделать до Нового года платину, тогда едем это на Гавайи. Не, мы тогда поедем в Таиланд. Нет, ну, за счет фирмы на Гавайи. А там же что-то 2,5 еще надо платить же или нет? Нет, если ты сделаешь платину, то ты едешь за счет фирмы. И причем тебе второе место дают. Ну, все, нам надо одно платину сами сделать, да, ехать. Да. Только это не выкладывай, свой багаж мы дома оставим. Так-то вообще планируем в феврале в Таиланд сгонять. В Таиланд успеем еще. А, ну там, короче, там у меня есть человек, он нас встретит, там квартиру там снимет, нас встретит там. И там можно... так, без путевок, без всего. Без путевок, с самолетом улететь, хату снять на месяц. И там Бангкок взорвать. Ну. И отдохнуть за одним. Машину взять там, прокат, и все. Да-да-да. Тебе и на, у тебя закран, на паспорт, все дело тоже. Там они экономичные, они к этому быстро, они русским верят.